Из этого видео вы узнаете о стоимости гражданства Сент-Люсии, его преимуществах и сроках оформления. Также вы сможете ознакомиться с пошаговой процедурой и статистикой выданных паспортов за весь период работы программы. Прежде всего я расскажу о главном – стоимости оформления паспорта Сент-Люсии. Предусмотрено 4 варианта участия в программе. Первое – пожертвование в Национальный экономический фонд. Стоимость оформления паспорта для индивидуального заявителя с учетом дополнительных сборов составляет почти 110 тысяч долларов. Для семьи из 4 человек – 213 тысяч долларов. В стоимость не включены услуги компании. Второе – инвестиция в недвижимость. Здесь важно учитывать три основных момента. Во-первых, недвижимость должна быть одобрена правительством. Во-вторых, минимальный порог инвестиций – 300 тысяч долларов. И последнее – срок удержания объекта не менее 5 лет. Учитывая дополнительные сборы, стоимость оформления гражданства для одного заявителя составляет почти 360 тысяч долларов. Для семьи из 4 человек – 458 тысяч долларов. Услуги компании в эту стоимость не включены. Третье. Инвестиции в государственные облигации – 500 тысяч долларов для одного участника или 550 тысяч для семьи из 4 человек. Инвестиция возвратная, но дополнительно нужно оплатить 50 тысяч долларов невозвратного административного сбора. Услуги компании в стоимость не включены. Другие страны Карибского региона такой вариант не предлагают. Четвертое. Инвестиции в бизнес. Минимальный размер взноса для индивидуального заявителя – от 3,5 миллиона долларов. Для семейной пары – от 6 миллионов долларов. Важно учитывать дополнительные сборы и оплату услуг компании. Эти 4 варианта автономны друг от друга, вы можете выбрать один из них. Комбинация вариантов не предусмотрена законом. Полная стоимость гражданства зависит от количества и возраста членов семьи. Чтобы получить точный расчет для вашей семьи, воспользуйтесь калькулятором стоимости. Для этого перейдите по ссылке. Обращаю ваше внимание на то, что по состоянию на 1 января 2018 года правительство не утвердило проекты недвижимости, инвестировав в которые можно получить паспорт. Вариант получения гражданства через покупку гособлигаций также не работает. Программа экономического гражданства Сент-Люсии является самой молодой карибской программой, работает с 2015 года. Что дает паспорт Сент-Люсии? Первое. Паспорт Сент-Люсии позволяет без визы посещать более чем 127 государств мира, включая страны Шенгена, Великобританию и Гонконг. С паспортом Сент-Люсии вы можете без виз находиться в странах Европы до 90 дней в полугодии, а в Великобритании до 180 дней в году. Второе. Сент-Люсия не облагает налогом мировой доход и наследство. Налоги облагаются только те доходы, которые получены на острове. Третье. Получить паспорт можно удаленно. Гражданство оформляется исключительно через лицензированного агента. Список агентов утверждается правительством. Четвертое. Сент-Люсия разрешает двойное гражданство. Правительство соблюдает политику конфиденциальности и не уведомляет о получении паспорта в другие страны. Пятое. Полная оплата инвестиций происходит только после того, как правительство одобрит заявку. Сделка абсолютно прозрачна. Шестое. Кроме главного заявителя, паспорт может получить супруга, дети до 26 лет и родители старше 65 лет. Седьмое. Гражданство выдается на всю жизнь. Требования по проживанию в стране или сдаче языка нет. Срок действия паспорта – 5 лет. Его продление занимает около 1 недели, и для этого не нужно посещать остров. Рассмотрим следующий вопрос – шаги получения паспорта. Первое. Прохождение предварительной проверки. В случае положительного результата переходим ко второму шагу – выбор опций инвестирования и заключения договора. Второе – подготовка кейса. После этого заключается договор на инвестирование в правительственный фонд или с собственником недвижимости. Оплачивается проверка на благонадежность и 10% от стоимости недвижимости или размера дотации. Этот этап занимает 2 недели. Третье – подача документов в комиссию по гражданству. Четвертое. Ожидание решения правительства. Комиссия рассматривает документы в течение 2-4 месяцев. Пятое. После одобрения кейса вы вносите инвестицию и оплачиваете правительственные сборы. Затем комиссия выпускает сертификат о натурализации, и агент получает паспорт вашего имени. Весь процесс в среднем занимает 3-5 месяцев. С более подробной информацией об оформлении и примере реального кейса вы можете ознакомиться в этом видео. И в завершении несколько фактов о Сент-Люсии. На острове действуют два аэропорта – Кастри Джордж Чарльз и Сент-Люсия Хьюанора. Второй больше регулярно принимает рейсы из Европы, США, а также карибских стран.
Ежегодный пассажиропоток составляет 500 тысяч человек. Есть 5 крупных портов. В 2017 году Сент-Люсия заняла второе место в рейтинге Best Place to Visit in the Caribbean, который был составлен американским информагентством USA News & World Report. На Сент-Люсии финиширует ежегодная трансатлантическая регата. С 1992 года ежегодно проводится двухнедельный джазовый фестиваль, который входит в пятерку крупнейших в мире. А в 2016 году здесь провели первый фестиваль по дайвингу «Сент-Люсия Dive Fest». Скачайте нашу презентацию, в которой вы найдете ответы на 19 самых задаваемых вопросов и детальную информацию о процедуре оформления гражданства. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Все полезные ссылки вы можете найти в описании под видео. Ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях.